Всем привет! Вы на канале Фрэш Мама. Сегодня мы посетим арт-завод «Механика». Сегодня проходит ярмарка украинских дизайнеров одежды и аксессуаров. Всем привет! И мы находимся на арт-заводе «Механика», или как его еще называют, «Иная земля». Он находится на бывшем паровозостроительном заводе конца 19 века. А сейчас это креативное пространство для классных идей. Большой в Харькове дизайн-маркет, где собираются интересные украинские дизайнеры. Вы можете прийти сюда и подобрать себе индивидуальный классный образ. Здесь всегда играет веселый музыка, проводятся различные мастер-классы, стоят фуд-корты. Ну, в общем, очень много здесь всего. Сейчас мама тебе покажет. Напишите в комментариях, есть ли у вас животные и какие бы вы хотели бы. Сейчас щене там очень жарко, поэтому они спят. Поддерживает отечественного производителя ткани. Мы сами рисуем, сами печатаем, сами создаем интересные образы. А сейчас мы подошли к следующей локации, это шкаф добра. Здесь находятся вещи с историей. Сюда приносят люди бесплатно вещи, а вырученные за них деньги они используют на благотворительность. Мы тоже принесли подарочки. Ну что ж, пойдемте к ним в гости. Я надеюсь, что вы обязательно посетите это место в следующий раз. И вам понравится. Вы что-то для себя приобретете очень классное. Пока. Ну что ж, ребята, всем пока!